Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardreset Info. Перед нами Samsung Galaxy A01 Core. И в этом видеоролике мы вам покажем, как включить автояркость на этом телефоне. Для того, чтобы это сделать, нам нужно свайпнуть вот так вот вниз. Да что ж такое? Свайпаем вниз, свайпаем еще разок и попадаем в панель управления нашим телефоном, где мы видим ползунок регулировки яркости. Справа от него видим что-то вот такое вот непонятное и нажимаем сюда. После чего мы попадаем в настройки дисплея. Мы можем это сделать другим образом. Мы можем зайти в настройки и здесь выбрать дисплей. И попадаем в тот же самый пункт, где мы видим автоматическая яркость. Поставив здесь галочку, яркость на нашем телефоне будет регулироваться автоматически в зависимости от окружающего освещения. И на этом будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока!